Назад вот этой перегородки не было, конечно, из кирпича. И здесь загорелось отделение. Соответственно, никаких длины, ничего. Стоял внимание, крикнул. Тревога. Все быстренько построились. Первое отделение налево, второе отделение направо, третье вниз, четвертое вверх и так далее. Разбежали свободно пространство. Гарнизон здесь насчитывал до 300 человек. В боевых условиях можно было до 400. Пожалуйста, ниши для циркуляции воздуха, чтобы не было плесени. Представьте, гарнизон 300 человек, здесь 150, на той стороне 150, на первом этаже, на втором. Поэтому воздух нагрелся, по нише поднимается, остыл, и воздух как раз с правой стороны опускается вниз. Идет что? Циркуляция, химическое явление. Вот идет циркуляция. Отапливали каминами. Один камин, второй камин. Вот когда проходили комнату, все протапливалось, тем более внутри по стенам идет дым, естественно, постепенно тоже нагревалось. Так как постоянно здесь не жил гарнизон, не было смысла. Поэтому, когда приезжал, протапливали. В течение дня, вечером приходили в помещение, там тоже были камины даже. Сейчас многие заходят. Естественно, лично согласно, сейчас температура нормальная. Зимой, в принципе, тоже как в термосе, то есть плюсовая всегда температура, около 18 градусов. Разделись, переночевали, потом встали, помылись, умылись и по боевым постам. Сейчас там идет просто реконструкция, в самом конце, вдалеке, был туалет. Он, к сожалению, сохранился только в помещении. А выделил он, нашел я старые фотографии, надо их распечатать. Не все удается фотографии распечатать, знаете, делают, видно, какую-то защиту. Приношу в типографию, говорит, начинаем печатать, идут полосы. То есть фотография видится, а не печатается. Поэтому приходится иногда, да, каждый авторский флорова свои защищает, и даже фотографии стараются, чтобы они были защищены. Вот как выглядит туалет.